Всем привет! Вы на канале Чайный Эксперт. И сегодня я вам расскажу, как можно заказать товар на AliExpress дешевле, чем указано на ценнике. Эта функция в принципе начала действовать сравнительно недавно. Вот, и поэтому мне хочется поделиться со всеми. К примеру, рассмотрим нашумевший смартфончик под названием Meizu Entry Note. Вот он наш смартфончик. И мы видим ценники. Так, на них. Ну, естественно, нас интересует, к примеру, бесплатная доставка, чтобы сэкономить. Отфильтруем товар. И самое главное, что мы хотим дешевле заказать, чем указано в ценнике на этот товар. Вот, находим здесь вот такой фильтр с голубенькой пиктограммкой, похожей на смартфончик. Нажимаем на нее. Вот, и нам отфильтровался товар, который можно купить со скидкой. Вот. Вы видите, на каждом товаре есть такая пиктограммка и указана стоимость с учетом скидки. Ну, сразу оговорюсь, на каждый товар бывает разная скидка, там оно в процентном соотношении идет, там от буквально очень маленького процента, и если товар не сильно дорогой, там может быть и до 80, и до 70% скидки. Вот, как это работает? На сайте, естественно, мы не сможем заказать этот товар с такой вот стоимостью. Условием данной скидки является, что пользователь должен установить себе на свой смартфон приложение AliExpress. И, соответственно, скидка будет действовать. Вот это вот указанное вот в ценнике. Скидочка будет действовать на заказы, сделанные только с приложения AliExpress. Вот, как вы видите, в верхней части сайта AliExpress есть вот такая вот кнопочка. Вот, на нее нажимаем. И, в принципе, здесь кратенько описано вот данные возможности. Тут вам рассказывают, что вы можете установить данное приложение App Store или с Google Play, вот, и вам откроется возможность для экономии средств. Вот, к примеру, на Google Play вот, вам нужно установить вот это приложение AliExpress. Как установить приложение AliExpress с мобильного устройства, я сейчас быстренько вам покажу. Ищем Google Play, Play Market. Это для устройств на операционной системе Android. Ищем приложение AliExpress. Вот оно быстренько выскакивает. Вот. Если у вас приложение не установлено, у вас появится кнопочка здесь «Установить». Устанавливаете. Вот и все, приложение у вас готово. Авторизируйтесь при заходе данное приложение под своим логином и паролем. Все, можете приступать к поиску товара. Допустим, тот же самый наш Meizu Entry Note. Ищем. Вот нам выскакивает несколько позиций. Теперь мы отфильтруем, поставим, значит, переключатель только в мобильном устройстве, применить. Все, нам отфильтровалось, и как мы видим, данный аппарат можно купить в мобильном устройстве со скидкой минус 16%. В принципе, неплохо. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.